что нужно сделать. Просто я говорю, я тупанул, делал наоборот. Да, ну я просто забыл нахуй. Да все, ладно. Сделаешь. Да я вообще не парюсь. Я помню всю эту хуйню. Ебать вчера наебашил в дрова нахуй. И позавчера тоже. Я-то думаю, хули пива нету, блядь. Да я как угадал, что забухал, блядь. Че, кстати, вторник как нормально денег? Тебя плохо сейчас был, слышь. Во вторник, говорю, нормально сгоняли? Относительно, да. Ну, убили все. Не без вайпов, но убили все. Мне понравилось. Что, тринка не падала танковская? Киря, тринка на танка не падала? Нет, по-моему, нет. Она упала вот вчера у них в БСке, у первого статика. Там нет, там упала вообще-то, компас упал. Я не помню, ну какая-то хуйня там, по-моему, на саппорт выпала. Или что там, блядь. Ебать, я сегодня ходил в ЦВК. Просто паладин, 82 тысячи ДПС. Там нормально все, салам алейкум. Я вообще в ахуе, откуда 80 тысяч, нахуй? Пиздец. Просто там тринка, нахуй, второе место по дамагу, блядь. Какой-то там... Это хиджал, говорит, тринка, ебанутая просто. Надо нерфить этих пидоров. Пиво, пошли. Временный клинок. Временный клинок называется. Просто у него печать мщения лям. Экзорцизм лям. И временный клинок лям. Нихуя себе тринка, блядь. Ну я видел что-то такое, блядь, на охоте, что временный клинок, блядь. Пошли пиво побьешь, блядь, дамагером, блядь. Ну нет дамагера. Ебаный рот. Ну я тогда дамагером, а ты танк. Я не хочу танчить РПК. Ебать, ну я потанчу. Я могу ДЦ быть. Давай, заходи вон, ну проси. Не, не хочу, нахуй, не хочу ДЦ, нахуй. Это, прогуляемся. Да, пиздец, я вообще РБК не хожу. Вообще не хожу. Я тоже не хожу, нахуй, ну, типа, кто мне кристаллов? Давай ты мне подгони кристаллов, нахуй, ну, на будущий шмот, там, на Т5, там, на всю эту гоню. Чтобы когда шмот выпал, я чтобы менял, блядь, камни на 40 вот это силы, 40 РП, блядь. Чтоб прям, блядь. А хули, там помимо кристалла-то еще нужны полироли, блядь. Да, это сейчас все дешево. Там же куски падают. Да куски, нахуй, ага, блядь, я посмотри в банк мой, нахуй, там... Красный 0, нахуй. Сейчас я открою, блядь. Там что-то зеленое, желтое, сейчас гляну. Оранжевое, нахуй. Короче, подождем Редвара пока. Вот, фиолетовое, оранжевое, зеленое, нахуй, и желтое, нахуй. Синий и красный тупо нету, блядь. Это куски эти полироли, блядь. Вот так вот, нахуй. Берегись. Не, ну если покупать, я просто быстро голду солью. Ну, надо как-то... просто периодически регать и складывать в банк. Так я складываю, нахуй, да хули. Ну всего... вот, со временем оно будет. Всего 2 РБК сходило. Или 3. Чё там, никто с наших не хочет? А, Редвар. Ну, Редвар, подождать минуту-две. Уже там был внизу. Одно тело еще какое-нибудь, он паладином мне еще бар давал. Интересно, и проделки гнусиня, ёбаный в рот, что за фантазия у долбоёбов? Кого, гнусиня? Да, проделки гнусиня, блядь, ёбаные ногти. Это где такое? Вон, в новую ги, блядь, проделки гнусиня, ведется на порно. Я думал, это какой-то квест тут, блядь. Я тоже думал, квест какой-то. Казуалы Байкала, блядь. У чуваков нахуй ебать мой хуй, блядь. Просто пойдешь в гильду, казуалы Байкала. Конечно, все, лечу нахуй. Кровавые зайки тоже норм. Кринж. У меня гильдии с гильдбанком своим. Путь про товара, блядь. Ну это чисто для меня, блядь. Ну это понятно, для души. Ну. Не, ну, я, короче, понял, знаешь, просто вот эту хуйню, что замутили вот эти сельдата, ну, тот народ ушел, тот ушел, ну, типа, что не повелся. Она, короче, типа, кикнула тех, кого не хочет одевать, и ушла, типа, статиком в другую гильдию, блядь. Я вообще нихуя не понял, ничего вообще не понял. Вообще, это ты про кого рассказываешь? Я говорю,
Я и говорю, а нахуя, я говорю, смысл какой нахуй? Ты сейчас там, просто релит другой чувак, нахуй, там два человека с этой гильдии, у них статики, остальные все твои. А зачем туда гильдию будут искать? Ну, короче, стопудово какие-то мутки, нахуй. Понятненько. Это кто у пива был? Кто там, ГМ какой-то? Где ты был, девочка? Или кто? Ну, избранный светом вот эти, да? Ну, не девочка, нахуй. Она, блядь, 46-летняя баба. А, я понял. Ну, это жестко. 46, нихуя себе. И Вовку шпилить, сидеть на сервисе, нахуй. Просто пиздец, вообще не говори. Пиздец, я понимаю, мужик. Может, какая бухгалтерша там или в офисе. Ой, блядь, вне категории, блядь. Я помню те времена на циркуле, когда говорили, что про товар это говно. Просто да вот на циркуле ничего не поменялось, он там до сих пор говно. Ну так понятно, блядь. Чё, в ЛФГ найти хилан? Не, там можно было играть про товаром, но на него реально надо было, чтобы весь рейд работал. И хилить его не проебать, и чтобы он, блядь... Жал ротацию, чтобы агро было нормальное, блядь. И чтобы 10 на пульчиков еще было. На пульчики в натуре. Так как бы можно было все им отыграть. Мишка, блядь, куча жира. Ну, в принципе, Мишка получше про товара намного был. В плане агро, блядь, вообще заебись. А вот в плане Халиона я им разок потанчил, так там хилы чуть не обрыгались, блядь. У меня хп там, блядь. Да, а у него хули ноль, нахуй, вообще сопрот. Ну. После магического. Он, блядь, дыхание, нахуй, потом обычная атака, потом парихаст, это ускоренная, блядь, атака. И все, пизда нету Мишки, нахуй. Ну там хилы. Да и здесь хоть парихаста нету, ебать его в рот. С этими нарисованными боссами никуда прилетало бы. Ну да. А чё, Муразонда нет? Не знаю. А хуй знает, это все надо логи смотреть. По-моему, нету Муразонда. Дракон, по идее, должно быть. Но если нету, нахуй. Здесь даже у Лича нет. Да он ебанутый Муразонд. Какой там, нахуй, парихаст еще, блядь. Я тебе говорю, прикинь, если бы с парихастом было 80. Отключали, по-моему. Еще 80. Вот эту хуйню отключали, короче. Половину там как-то сфиксили. Я не помню, нам тему находить смотреть по поводу парихаста. У Лича он не должен быть вообще. Схуяли, у Лича он должен быть. Нет. По-моему, не было у Лича. У Профаба, блядь. Ни у кого он не должен быть, блядь. Если считать как на офи, как на оригинале, он должен быть только у драконов. По-моему, у Леди еще есть, но она весь бой кастует. И у Червей еще у кого-то там. Ну, вот этих чудовищ, которые в Ике, первый босс. По-моему, у них есть. Ну, это у Рёва. Вот. Ну и хули. Ну а драконы это что, Синдра, Халион и кто еще, Сартрион там и Сапфирон. И все, считай. Вот и весь парихас. Ну то есть у всех НПС, которые драконами считаются, дыхание имеет, это удар хвостом, блядь, вот у них парихас есть. Но парихас там, допустим, идет атака 2 секунды, да? Если кто-то спарировал атаку босса, или ну, он спарировал любую атаку, то он следующую автоатаку начинает не через 2 секунды с отчетом, а, допустим, там 1.75 там, или 1.8, блядь. Чуть-чуть побыстрее. Вот. Но эта атака, по-моему, она слабее идет, чем обычная автоатака. Она быстрее идет, но слабее. Не помню там на сколько процентов, блядь. То ли 30, то ли 20%. Ну, тут парихаст, чтобы был, это же капа не должно быть, правильно? Мастерки, блядь. Понимаешь, если это дракон, если какой-то милик стоит и боком босс спарировал, блядь. Понял, да-да-да. Там уже похуй, как бы. Там хардкап собирался, там хардкап, вернее, блядь, это не... хардкап собирался и похуй было. Вот вообще пишут, работало у Синдры и у Леди только по классе. У Лича это был просто дебаф какой-то. Там когда же он нет с мгновенно... Да, даже не с душу. Он юзает сначала на танка,
Раньше на этой хуйне надо было ретаун делать, или тебе пизда была. Ну да, потому что он баф вешает на 5 секунд на танка, дебаф, и он через 5 секунд в гере, он 75 тысяч что ли наносит в 25-ке гере, 75 тысяч тьмой. Вот, и как только он наносит урон, он лично себя баф вешает на 5 секунд. И вот за эти 5 секунд он скорость атаки и произнесение заклинаний на 100% увеличивает. То есть он все призывы быстрее делает в 2 раза, и автоатака, допустим, если у него 2,2 под, ну, под дебафами замедляющую скорость атаки, то будет 1,1 автоатака. То есть он за 5 секунд 5 тычек может сделать. Вот за этой хуйней падали всегда. Автоатака у него так-то нехуевая, ну на стандарте по 30, там по 40 тысяч. А хп там, блядь, так-то у танков чё? 60-66. В бисе, блядь. Понятно. Тут на Сирусе он что-то пишет. Бля, была тема, я помню, по поводу парихаста. Прям админы что-то писали. Да это такие дебри, лучше это вообще не трогать. По-моему, офф. Ну, Сирусу точно это лучше не трогать. Да. Помни, когда здесь РС открыли? Ебать, как этот босс хуевер. Так, второй диалог, да, который? Да. Прожимайся почаще, я пока в шипе буду. Лучше эти люди погибнут от моей руки. Где там Р2? Хоть там ретрик бури прохиливается, пиздец. Нужно подойти поближе. Где там Р2 рвала и мёд? Не достаю. Прибежала. Думал, Р2 вообще сдох уже, нахуй. Я сам охуел, когда он персонал. Даже не настолько свой, да, когда он мне написал. Я же его тебе отправил. Чё там, куда нахуй? Ну, по флажкам смотри, заебал. Поганище, ибо. Поганище. Я пока не могу использовать эту способность. Гадкое создание, ну? Поганое. Гадкое и поганое. Послушник, блять. Вот эти ебут. Не достаю. Слишком далеко. На, нахуй. Так не заворачиваю, да.
Не конечно стоит. Кто там, блядь, пиздит? О, мясной крюк. Нормально живите. Большие штаны, чистые, блядь. В яме этот нахуй, или где он там нахуй? Бич этот, нихуя его озвучили, вообще пиздец. Назад. Да ебаный рот. Я прям как чувствую, что назад надо будет бить. Блять. Не достаю. Слишком далеко. Бля, нахуй он умирает. Кто это нахуй? Это пук какой-то или кто это? Или это с гильдии? Клизма. Клизма? Что он хочет? Ты агрони набираешь, типа. ВОЕ сразу. Там стан пораньше, давай. На туре. Ну я, блядь, стан сдал, он все равно сдох. Ну пускай танчит хуй. Ну, блядь. Я буду вставать. Да, чё там? Лоскутное создание, блядь. Там, блять, развлечемся. О, блять, плоторез. У городской ратуши. Мы должны сразиться с Малканисом на его территории. Не за мной. Знаю дорогу.
меньше чумы. Что это за магия? Это магия про товара, нахуй. Не, ну у нас просто хант 0 на пулов, блядь. Тоже нормально. Он сначала инста ни одного на пула не дал. По мэме. Полезный кадр. Кажется, у Малганиса в распоряжении есть еще кое-что, кроме плети. Давайте поспешим. Снова черная магия. Ебать, хант перекурит. Срочно. Потекло там уже, блядь. Где-то петухи появятся. С двух сторон. Будьте начеку. Нас окружили. Нихуя себе. Окружили. Ну, блядь. Ты, может, вернешься тут танчить? Да, что, блядь, тут... А чё тут, когда надо тут? Алганис не собирается облегчить нам жизнь. Они упрямы. Не знаю, ну, я когда на милике играю, если такая хуйня происходит, надо подводить к танку. Или хотя бы, я не знаю, не врываться. Просто не, ну, понятно, не врываться, но мы тут остались, у нас два моба стоит на нас, который первый бить ну, начали. Ну, я в тех чаржнулся. И тех клэпнул, и чё, приходи назад, собирай их вчетвером в пачку и танчи. Я думал, тех подведут, ну, видимо, миликом. Нет, тут... Ты должен быстрее это все делать сам сначала. Да, я думаю, это не позволяет это делать. Так, где тут у меня, блядь, хавчик? Кратчайший путь к Малганису находится за тем книжным шкафом. Это займет совсем немного времени. Слава свету, что потайной ход еще работает.
Убейте уже этих послушников. Ну ёбаный в рот. Кто это? Не знаю. Кто-то привел. Че, серьезно, блядь? Че ты про чё? Да, я уже не про чё. Свершится правосудие. Че он там все подлизывает, что ничего не могу понять. Мы покончим с этим сейчас же, Малганис. Один на один. Маунтом, блять. Нахуя нам понадобился маунт?
Так, что там, блядь? Эти лидера дал. Мы какую-то хуйню регнули. Или что мы регнули? Планинста ищу. Пук найдется какой-нибудь. Пук. Стой, дай прохилю. Сними ренью. Случайно не кинуть. Все, давай только по-нормальному, там в бок сильно не уходи. В центре главное по кругу собрать мобов. Тут по прямой добежать максимально быстро. Левее надо идти. Так, вот здесь, да, мобов собирать? Да, только не подойди к медиуме. Не, подойди, говорю. Аккуратней. Что еще? Ой, что-то бой висит. Что-то бой висит. Вот он, бой. Там Red War вспоминает, блять, молодость или что там. Обкуренным на РТ приходить.
Смотри, какая боя. Мусорно. Понял. Ну хоть раз нажми, сука, деф, блядь, на себя какой-то, блядь. Ни разу не нажал. Че, вот тупо могут пиздить? Не пытается бабу нажать скинуть. Вид, что умирает, блядь. Атака ближнего боя. Почему вы помогаете Машу? Только подумайте, скольких смертей можно было бы избежать. Сколько войн бы не произошло. Так, что там? Сегодня Толгород сделал, ДКшника и да, Навара. Ой, красавчик. Чисто начали сначала квестики, а потом... Тут с... такой атмосфере, ты понимаешь, соло квесты везде делаются. Да. Ну, которые обычные. Ой, блядь. Всякие эти трения. Чё там, блядь? Я подойду. Стой под порталом, сразу же ловил. Че эти бичи бегают отсюда? Портал, потому что, видишь, хранитель держит. Они идут бить щит Медива.
Что-то Прист куда-то исчез. Пойдешь еще ДКшником еще? Да. Ну там сатиру похилит я шаманом. Добрый вечер, ребят. А завтра для второго статика во сколько будет ЗС и ОКО? Тоже в 6 часов вечера, да? Да. Угу. Хорошо, спасибо. Нет. Разобрался тогда я с этим, как это, обновлением брони, то, что я спрашивал. Посмотрел, короче, купил я охотнику, поменял. Понял. Да, ну, в принципе, капы все подбил нормально, только что-то... Ну, давай, там главное, чтобы чар выглядел более-менее, там, сокеты где-то подбей в нормальных шмотках, алхимию свою, чё, эту химию имей. Не, ну я-то химию, не, химию-то я уже купил, у меня 9 штук лежит, это самое, титана. Голду, если что, стоит. Подфармливать, там, продавая ОД камушки, ювы крутишь, по 12 голды продаешь вендору тут же, выходит нормально, если есть лишнее ОД. Ну, видишь, я сейчас вот сделал 2 камня, 36 к ловкости, но я думаю, нету смысла пока на этот шмот сайт, думаю, может, где-то 290 упадет. 290, да, уже желательно ставить нормальные соки. До этого просто первой полиролью. Ну, пока эти, не, эти у меня все стоят. Ну, это ладно. Главное, профит, чтобы было, опять же, и все остальное. Базовое. Не, профы у меня тоже все. Проф, да, у тебя вроде все были. У меня на фул. Почти, кроме кузни. Ну, кузни мне нужно только там было. Главное, чтобы бонус сокеты. Был. Главное, бонус, чтобы был. У тебя же кузня с сокетами идет уже. А... Нет, до кузни я дошел до сокетов 441 из 450. И наложение я часто уже сделал. Как раньше дается на сокеты? Ну, по-моему, ну, 400 с копейками, я не помню уже, да. Вот. Ювелирка полностью прокачана. Там добавляю рецепты. И наложение чар уже полностью прокачан тоже. Так, ладно, я добавляю. Угу. Вот так и упаковка металла. Думаю, что-то ее поменять надо со временем. Ну, ходишь, когда свободное время, там нюрбы, кассис собираешь, также кристаллики топовые подфармливаешь тут. Собрать себе саму пачку, проблемы нету. Там, грубо говоря, 285 его хватает. Ты если собираешь, ты там можешь себе позволить ниже левелом быть. Там за инст ты фармишь буквально 2000 голды минимум, если продавать кристаллы. Так тут на самом деле голда из воздуха делается на силу. Ты имеешь в виду ювелирные кристаллы, которые ну, на которые на полироли. Падают? Полироли, да. А. Ну я все не продаю, я их складываю. Пока тебе... Главное тебе апать в топовом шмоте, параллельно ты можешь продавать. Ну там по минимуму все держать 2-3 штуки всегда, остальное продавать. Чтобы у тебя было на все остальное, ты чарки мог постоянно обновить.
Опять же, чарки можно попросить в гильдии кого-то дать реги зачарить. Не, мне вчера сделал, я забыл, кто вару, мне как раз вчера зачарил посох резня 2, как раз то, что мне надо было. По гайду посмотрел. На силу атаки. Сколько там всего. Ну, и по хантам я не скажу. Не знаю. Ну, я по гайду смотрю, гайд этого самого там, Ахинея. Вот, я с ним сравниваюсь. Надо смотреть, насколько он актуальный. Ну, люди про него хорошо говорят, охотники имеются тут, тоже говорят. Ты посмотри на гайде Ахинея. Ну, если он обновляется, то как бы да. Ну, да. Как-то а так. Ты вообще до этого играл где-то, кроме Сируса? Да, это было когда-то давно, на Уфе играл. А, ну, то есть главное у тебя понимание в самой игре есть, что ты можешь сам вникать в то, что на экране происходит, плюс-минус. А, не, ну это тогда есть, конечно. Чтобы ты отчасти сам себе РЛ был. Ну, как бы ключевое в нормальных гильдиях. Не, ну запоминаю тактики-то потихонечку, да, там. Главное спрашивай, если что-то непонятно. Да не вопрос, там, конечно. Вот, просто вот кто-то подтверждает чек после объяснений, а потом совершает банальные тупые ошибки и еще обижается из-за того, что как бы он тратит время людей, на него там где-то голос повышают, что он не реагирует. Даже не, во время пула. Не, мне 45 лет, я нормально все реагирую, поэтому ну, это хорошо, да. Чтобы сам... понимать, что все доебы идут чисто по игре, как нормально. Личность, вас никто не трогает. Да, там долбоебы могут назвать, но опять же... Это если игра. Ты играл на Афея в нормальных гильдиях, плюс-минус, ты должен понимать, почему так происходит. Да, например, такие, как я, нахуй. Все нормально, блин, это все ну, нормально, адекватно. Просто сам отношусь. Понимаешь, некоторые вроде есть взрослые люди, но в то же время они как маленькие дети, и как бы ко всем подход не найдешь, и приходится всех плюс-минус в одной узде держать. Не, ну тебе хорошо, РЛ, получается, я тогда тебя поблагодарил, мне тогда первый раз, когда играл, такое удовольствие получил, блин, первый раз спокойно просто было, блин, я так удивился, блин. Ну, оно, отчасти, в большинстве случаев спокойно, но когда люди максимально не реагируют, ну, на простые указания и дальше тупят при этом, и когда им, ну, буквально во время пула носят, что делать... И они до этого там не спросят, где мне вот, я тут могу затупить, объясни мне поподробнее. Ну, люди, то есть, по минимуму как взаимодействуют, и из-за этого больше обидно становится, и как бы ну, начинаешь на людей где-то ругаться. Mm-hmm. Если уж брать совсем психологию, разбирать все это дело, ну, это понял. Как я вижу. У всех по-разному, бывает там вообще, блядь, вопят как долбоебы, и обсирают всеми, как бы, словами плохими, которые возможны и невозможны, и начинают семью там трогать. Нет, это я не понимаю, я такое... Нет, это я сам такого не понимаю, как бы. Все мы взрослые люди, и надо понимать, что это интернет интернетом, но все равно уважение какое-то должно быть. Да, конечно. Да, прости, завали пиздак нахуй, пожалуйста, а? Ну, ты тоже завали свое ебало. Я сейчас не с тобой разговариваю. Я тебя не обоссал, нахуй. Давай, прыгай уже вниз тут, я не могу остановиться, блядь. Что-то мне подрезали это сухожилие, нахуй. Сухожилие, это пиздец. Умираем. Ладно, ребят, не буду мешать. Спасибо за объяснение. Давай, давайте. Завтра приходи. Да, давай, конечно. Все, давай на связь. Да, да, конечно. 45 лет долбоебу, сидит, Warcraft играет. Блядь, да главное, что он хоть себя нормально ведет при этом, похуй сколько лет. Вот тебе сколько лет, ты тоже лоб здоровый, блядь, сидишь там. Неужели я тоже, блядь, 45 буду сидеть, тротить вот тут самую виду? Мне кажется, я так же. Ну это уже ладно, главное дожить. Не будем особо загадывать. Хули 45. Доты отлегло, нахуй. Мне кажется, 90 лет нам будет, мы будем тут сидеть нахуй с костылями, нахуй. Шием. Так, делать, а что это тут не бочка, а веник какой-то, блядь. Не просто будет рассказывать тактику нахуй ключа на сердце. Какой реально вот это агро вообще? Там какой-то моб на редваре был, я выглянул. И бочки кто-то еще. Поюзал. Бочки я не трогал. Ладно, запишешь, если что-нибудь. Так, чё, куда нахуй? Дальше, в соседний домик. Надо втроем юзнуть одну бочку. Подойди к нам.
А вы все взяли? Я это не взял, эту хуйню. Ну, вы рофлите, блядь. Что там, кто-то еще не взял? А этот приз не юзает, да? А он другую бочку юзает, ничего, да? Точно не понял. Давай на маунт и быстрее наверх. Ну, блядь. Пошли, пошли. Меня там чашется, блядь. Пошли, он умрет, не видит, что происходит. Беги, малышка, беги! Ты подводи наверх сюда, собирай пачку. Ну, они встанут. Сейчас фиксит. Беги, малышка, беги! Чего, блять? Трав. Друг, чего тебе нужно? Че он, блин? Нихуя он его с руки убил, нахуй. А где мобы? Сейчас появится. Заебал, нахуй, этот пал, нахуй. Блять, какую-то хуйню прочитал. Типа, челик гений, он говорит, его мысли гнались за ним, но он был быстрее, блять. Thank you.
Ты ответишь перед Блэкмором, как и твои союзники. Освещение отбегите, нахуй надо. Рано стартанул. А куда, блядь? А, там лобы какие-то. Я больше не раб. Так у меня будет к тебе просьба. Сможешь с ДКшника ты пособирать, а я там потом отойду почилю. 2 минуты буквально. Ну там что, у нас хил будет, я ДД, ты танк. Все, нам ДД добрать каких-то. 280. Ага. Так, что тут дома зачищать? Да. Это трал моросит, нахуй. Я поди так же, как этот трал, выгляжу, нахуй. Зависаем, блядь, потихоньку. Так, что тут? Зашли в хату. А, в тот раз мы в эту хату заходили. А, это вообще что это, блядь? Там, да не надо туда заходить, мобы снаружи появятся. А я тут смотрю внутри, что, блядь, обстановка. Он пал на того орёт. Ну, блядь, не морал, блядь, здесь он ко мне в рейд попал, нахуй. Так он с нами ходит, это защитан. Это защитан? Или клизм? Или клизм? Ну, твинки клизмы. Твинки клизмы. Павлы. Клизма это у него в первом статике, да? А, да. Он типа крутой, да? Ну, нормально. Ну, понятно. По ЧСВ видно, ебать. У меня пока еще не такое ЧСВ, я вообще бич, нахуй.
Так тоже не надо заходить, да? В этот. Ну ты, блядь, зашел тут раз, на. А, или наоборот надо. Вот там челики появились. Я еще главное тот раз стою, блядь, снаружи. Вы тут бьетесь. Так, что тут? Он вообще пиздит в DC, заебал он, блядь, писанины нахуй. Ну иногда. Я танчить и пиздеть одновременно не понимаю. Так, что там, куда? Ой, я занизил зеленку, все, пиздец. Я больше не Короче, он так любитель попечатать, наверное. Там, блять. А вот это босс, да, последний. Найс ДПС 274 ретрик. Жестко, блядь. Это что, 274 ретрик? Ну, он, по-моему, с Т6 еще. А, не, он без Т6. Т4? О. Дайте мне все, нахуй, быстро свои красные, блядь, полироли. Зеленые, нахуй, оранжевые, блядь. А у меня, кстати, выпали три. Ну, три у меня тоже выпали, бля, не всем по три выпали. Одинаковый цвет, что ли? Ну да. Ну типа всем одинаковый лут падает. Так, сейчас я зайду на шамана. Только сдам квест сначала, плюс сам. А в натуре квест надо сдать.